Как что я говорил, да, в Армении, я уверяю вас, друзья, народ Армении, народ, живущий в Армении, никто не хочет Карабах. Ermənistanlı məşhur bloger İşıxan Verdiyan Ermənistan xalqının Qarabağla bağlı düşüncələrini dilə gətirir. Bloger bildirib ki, Ermənistan xalqının böyük əksəriyyəti Qarabağı istəmir. Xalqın mütləq əksəriyyəti deyir ki, biz Qarabağ üçün övladlarımızı verdik. Əvəzində isə Ermənistanı idarə edənlər bütün Ermənistanı işğal etdi. İnsanlar övladlarının ölməsini, əsir düşməsini istəmir. Bloger Ermənistanın revanşist mətbuatını da tənqid edir. Stat Telegram kanallarında paylaşılan revanşist yazı və videolar Ermənistan xalqının mövqeyini əks etdirmir. Erməni xalqı sakit, müharibəsiz yaşamaq istəyir. Как что я говорил, да, в Армении, я уверяю вас, друзья, народ Армении, народ, живущий в Армении, никто не хочет Карабах, никто не собирается ничто ни у кого отвоевывать, никто. В Армении распространенное мнение следующее про Карабах. Мы все, что Карабаху надо, сделали для Карабаха, мы своих детей дали ему, они взамен оккупировали своим кланом всю Армению, разграбили Армению, дальше уже Карабах пускай сам свои проблемы решает. Вот такое мнение царит в Армении относительно Карабаха. Так что никакие такие именно реваншистские мысли никоим образом не посещают армян Армении. Армяне Армении хотят жить спокойно, жить, чтобы не было войны, чтобы не на границах не стреляли, чтобы людей не убивали, не захватывали в плен, чтобы все было в порядке. Вот единственное, чего хотят армяне, и чтобы их не дергали. Вот чего хотят армяне в Армении. А все остальное, все, что вы видите в этих телеграм-каналах, это не инициатива Армении, и это совершенно другая инициатива. Это именно то, что я говорил, это именно формируется такое мнение, что да, все в Армении все спят и видят, как захватить обратно Карабах, шуши вернуть или что-то там сделать, друзья.